Привет, YouTube! Решаем задачу номер 1748 из сборника Демидовича. Найти интеграл от косинуса в кубе x. Давайте для начала преобразуем выражение. Напишем интеграл. Единица минус синус квадрат x. Это у нас косинус квадрат x. И значит еще умножить на косинус x dx. И мы видим косинус x dx. А косинус x dx это есть не что иное, как d синус x. Поэтому интеграл единица минус синус квадрат x d синус x. Все, теперь берем интеграл от единицы d синус x, это синус x. И далее минус синус в кубе x на 3 плюс c. Это и есть ответ на данную задачу. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях, присоединяйтесь к телеграм-каналу и, конечно, обращайтесь за решением ваших задач.